мы относимся к себе очень попустительски. Ты всегда вот в предыдущих исторических периодах ты как-то за себя должен был отвечать. Ну, как-то нес на себя ответственность. А дальше мы попали в мир, в котором как бы, какие-то институты стали нести ответственность за нас. И то, что ты хорошо или плохо выучился, это школы виноваты или институт виноват, да? Они все могут быть виноваты. Работодатели могут быть ужасны. Это вообще все может быть. Кто страдает? Ты сам. Поэтому кроме тебя ответственного нет никакого, никого. Теперь смотри, где ты неэффективен, и используй те инструменты, которые есть для того, чтобы повысить эту собственную эффективность, как бы пришвартоваться к тем жизненным стратегиям, которые приводят к результату.